Вітаю вас у ефіру новини Витебской области, у студии Артур Смоляков. Дадзены старт выборчай кампаніі па выбарах депутата ў палату прадстаўнікоў нацыянальнага сходу 6-го склікання. На Віцебшчыні сфарміраваны адна абласная і 14 акружных выбарчых камісій. Сёння на сумесным пасяджэнні прэзідыума аблсавета і аблвыканкама стаў вядомы іх колькасны і персанальны склад. За ходам вылучэння прэтэндэнтаў сачыла наш корэспандэнт Інна Кірыенкава. Одна областная и 14 окружных выборчих комиссий по проведению выборов депутатов Палату представников Национального схода Республики Беларусь створены у Витебской области. Причем, згодно со изменениями у выборчим кодексе краины, областная комиссия на таких выборах начинает действовать упершиню. Ее создание позволит избежать проблем, возникающих ранее между Центральной комиссией и окружными комиссиями при распределении средств республиканского бюджета на финансирование избирательной кампании и осуществление надлежащего контроля за их использованием. Будет способствовать более оперативному рассмотрению избирательных споров. Витебскую область у Палате представников Национального схода 6-го скликания будут представлять 14 депутатов. Миновито столько окружных выборщик округ створено у регионе. Кандидаты у депутаты имеют право вылучаться только по одной из них. Все округа сформированы в полном соответствии с требованиями статьи 15 Избирательного кодекса Республики Беларусь. Напомню, округа составляют единую территорию, численность избирателей по округу, как правило, не может превышать 10% от средней численности избирателей по округу, которая установлена Центральной комиссией и составляет 63 715 человек. По колькасным складе члены аблвыканкама и президиума областного совета депутатов вызначились одразу. Уключить у склад областной и окружных комиссий максимально по 13 человек. Персональный склад вызначали шляхом открытого голосования. Вылучение их представников завершилось 24 червня. Всего выдвинуто в состав комиссии более 280 человек, которые представляют все субъекты, которые обладают правом на движение. Политические партии, общественные организации, трудовые коллективы и также граждане путем подачи заявления. По каждой кандидатуре голосовали персонально. Обовязково уличивался в опыт работы у попередних выборщих кампаниях. Усяго одобрали 195 человек, которые увойдут в склад одной областной и 14 окружных комиссий. Большинство их – представники разных политических партий и громадских объединений. Невеликий процент складают громадяне, которые вылучались шляхом подачи заяв. Комиссии начинают свою работу. Инна Кириенкова, Сергей Котов, новини Витебск. Парламентская делегация Таиланда наведала Витебск. Гости сустрелись с керавництвом города и региона. Делегацию узначаливая старшиня национального законодавчего сходу королевства. На его думку, обмен визитами парламентария у двух краин послужит развитию взаимодействия по многих направках. Чем Витебск затекавил тайцев, ведая Юлия Устинова. Беларусь и Таиланд мают взаимную цікавасть до развития супрацовництва. У пошуках новых рынков и наладживания сувязев белорусская парламентская делегация, у складе якой так само были представники деловых колов и промысловцы Витебской области, наведала Таиланд 3 месяца тому. Тады был подписан протокол об намерах развития супрацовництва помеж провинцией Аютая Королевства Таиланд и Витебской областью у экономичной и социально-культурной сферах. Зараз отказный визит, и он сведчить, Таиланд затекавился перспективы супрацовництва с Белоруссию, подкреслил вице-спикер. Я полагаю, что вот этот визит как раз может по многим вопросам продвинуть именно наши отношения, прежде всего в сфере торгово-экономической, что нас больше всего интересует. По выниках минулого года товарозворот Витебской области с Таиландом склал 1 300 000 долларов. Основные экспортеры – Полоцк шкловолокно и Аршанский льнокомбинат. Есть усе передумовы, что этот визит станет основой развития экономичных сувязей помеж полночным регионам Беларуси и Таиландом.
Моя галоўная мэта наведвання вашай краіны гэта супрацоўніцтва Беларусі і Таіланда, асабліва ў галіне палітыкі, эканомікі, капіталаўкладання і кантактаў паміж людзьмі. Трэба сказаць, што тайцы хочуць даведацца больш пра Беларусь, пра Віцебск, і я думаю, што і беларусы хочуць даведацца больш пра нашу краіну. Абмен візітамі, візіт дэлегацыі Палаты прадстаўнікоў у сакавіку гэтага года і мой візіт цяпер у Беларусь будуць з'яўляцца стартам для будучага супрацоўніцтва паміж дзвюма краінамі. Гости наведали Витебский ликеро-горелочный завод «Предзвинни». С его продукцией познакомились ранее и планируют наладить супрацовництво. Затекавился тайландский бок и махчимостями Витебского аэропорта. Одна из основных целей, которая привела сегодня наших коллег, тайскую делегацию, конечно, это поиски логистики. В первую очередь их интересуют возможности нашего Витебского аэропорта. Для того, чтобы, скажем, была связь не только с Республикой Беларусь, с приграничными странами, в том числе и Евросоюза. После официальных мероприемств у гостей из Таиланда усклали кветки до вечного огнюля монумента перемоги у Витебску. Прогулялись по святочным городе, який отзначал годовину вызволения от немецко-фашистских захопников у годы Великой Отечественной войны. Визит парламентской делегации Таиланда протягивается. Гости наведывают Минск, запланована встреча в Ураде, парламенте, наведывание предприемств. Юлия Устинова, Александр Рындин, новини, Витебск. 26 червня – день вызволения Витебска от немецко-фашистских захопников. До мемориального комплекса вызволителям на площади Перемоги керовниками города и в области на чале со старшиней облвыканкама Николаем Шарснёвым были ускладены вянки. До вечного огню поклали кветки представники разных установ, громадских организаций и жыхары Витебска. У летнім амфітэатры адбыліся ўрачыстасці з нагоды 1042-годдзя Віцебска, падчас якіх ушаноўвалі першых лаўрэатаў ганаровага звання «Віцябчанін года» і назвалі імёны новых ганаровых грамадзян. Гэта заслужаныя людзі, занятыя ў розных галінах жыццядзейнасці горада, якія сваімі справамі, прафесіяналізмам, талентам славяць старажытны і такі малады Віцебск. Рэпартаж з месца падзеі Святланы Макаевай. Свят об'єднало усіх, хто любить свій родний город, ганариться їм. Пам'ятає тих, кому обов'язане мирним небом, хто узнімав його з руїн. У своїм вітальному слові старшиня Вітебського гарвиканкама Віктор Ніколайкін виказав велику вдячність городжанам. Дякуючи їх працевітості, любимий Вітебськ розвивається і прогажує. Ми можемо кожен із нас поздравити друг друга замечательним праздником, з тим, що ми живемо прекрасной, мирной, синеокой Беларуси, под мирным счастливым небом, стране, которая динамично развивается и идет вперед. До свята по доброй традиции названы имена ганаровых громадян города. Это звание присвоено Александру Косинцу, керовнику администрации президента Республики Беларусь, який с 2008 по 2014 год был старшинёю Витебского облвыканкама и унес особистый уклад у социально-экономичное, науково-техничное, культурное и медицинское развитие Витебска. Этого высокого звания так само удостоена Валентина Широкова, директор гимназии номер 1 за высокие достижения у профессиональной деятельности. Прежде всего, это оценка работы просто учителя и оценка работы нашего замечательного коллектива, коллектива гимназии номер 1, потому что именно благодаря коллективу мы имеем такой успех. У першиню рашэнням гарвыканкама заснавана ганаровае званне «Віцебчанін года». Лаўрэатамі сталі 10 лепшых гараджан, якія сваім прафесіяналізмам, талентам праявілі сябе ў розных галінах жыццядзейнасці горада. Сярод іх рэктар медуніверсітэта Анатоль Шчасны, ўрач-хірург, вучоны за падрыхтоўку праекта і паспяховае правядзенне перасадкі ныркі. Такіх аперацый ўжо зроблена каля 30. Событие знаковое, что мы в нашей области выполняем операции, трансплантацию почки для жителей нашего региона. Это также свидетельство высокого потенциала и высокого профессионализма наших сотрудников. У сферы театрального мастерства и самоотданное служение Национальному академичному драматичному театру звание «Витебчанин года» присвоено народной артистке Республики Беларусь Светлане Окружной. 45 год Светлана Артемовна присвятила сценичной деятельности с великой любовью до родного города. Вся моя сознательная жизнь связана с городом Витебском. У Хемингуэя
есть замечательный роман, праздник, который всегда со мной. Так вот, Витебск – город замечательный, он всегда и везде со мной. За доброчинность и оказание финансовой допомоги организациям и громадянам города у номинации «Меценат года» гоноровое звание «Витебшанин года» отримал директор открытого акционерного товариства «Веста» Реймон Вениаминов. У минулом годе сумма допомоги склала больше за 1,5 миллиарда рублей. Спасибо за то, что признали. Я как помогал людям, предприятиям, так и помогал и буду помогать в дальнейшем. Это моя философия жизни. Сирот лауреатов директор телерадиокомпании «Витебск» Алена Пантюхова. Своей неуемной энергией, талантом, креативным поглядом натхнила коллектив телерадиокомпании на створение творчих и познавальных передач. И то, что открытие регионального телеканала в Витебске отмечено как событие года, для нашего коллектива это, конечно, ну, очень приятно. И ну, так получается, что руководитель получает награду, но на самом деле это награда всего коллектива нашего, более 100 человек, которые этот канал делали на протяжении всего этого года, создавали программы, которые, ну вот как показывает практика, на самом деле зрители оценили. Старшиня облвыканкама Миколай Шерстнёв урушил гоноровые грамоты представникам разных галин социально-экономичного развития города. Позвольте от себя лично, от коллектива Витебского областного исполнительного комитета поздравить вас с праздником, пожелать прежде всего благополучия, счастья в семье, хорошей работы, спокойствия и уверенности в завтрашнем дне. Была зачитана урадовая телеграмма с віншаваннями усім громадянам Витебска одноместника премьер-министра Республики Беларусь Натальи Качановой. Святочный настрой створила великая концертная программа, якая включала выступления талановитых коллективов не только нашего города, але и городов-партнеров, и навод Ханты-Мансийской автономной округи. По доброй традиции со святом вітає гараджан и ансамбль «Сябры». Светлана Макаева, Леонид Табола, новини «Святочный Витебск». У Витебску урочисто открыли помнік символ традиционным семейным каштовностям пяшчоте, каханню и веры. Их увасобили в образе новгородского князя Александра Невского, его жонки Витебской княжны Александры и их сына Василя. Новый монумент не один и подарунок городу имяниннику. На улице Марка Шагала на будинку музея народного мастацкого училища установили мемориальную дошку мастаку. С подробязностями Виктор Пралич. Адмашку официальным святочным мероприемством, присвященным 1042-му дню народжения старожитного Витебска, дало складание кветок до бюсту Петра Машерова. У подножия помника лягли кветки от керавництва в области и города, а так само от разностайных международных делегаций. Свой день народжения город над Звиной по традиции означает с размахом, и как каждый именинник ее натримовывает подарунки. Урочистому открытию помника семьи Александра Невского попередничала театрализованная постановка, на якую про стагодзе у Витебск вернулся сам новгородский князь. Ведомый полководец был женат на витебской княжне Александры. Скульптурная композиция вышиней амаль у 4,5 метра писалась у сучасный Витебск на площади 1000-годзя. Это, конечно, памятник семейных ценностей, который показывает сегодня семью как основную, скажем так, ячейку общества, как наиболее высокую ценность, скажем, в нашем сегодняшнем житии. И вы знаете, что рядом находятся два православных храма, и в наших планах, я надеюсь, в ближайших планах, это строительство здесь современного городского ЗАГСа. После горожане и гости Витебска переместились на улицу, назвая якой носит имя Марка Шагала. Тут же фасад дома по адресу Шагала 1 упрыгожила мемориальная дошка. Сегодня авангардист назавсёды вернулся у родный Витебск амаль про 100-годзе. Я хотел изобразить мастера, наверное, самый его яркий период жизни, от 30 до 40 лет в возрасте. И хотел изобразить еще мир, который его окружал в этот момент. То есть это старый Витебск, это персонажи его картин. У наступном годе сусвет отзначит 130-годзе с дня народжения мастака. У початку 20-го стагодзя мастер у стенах гэтага будинку поклал початок авангардизму. Хутка тут расчинит звери музей мастацкого народного училища. Архитектурный помник обновляется по фотоздымках шагаловского часу. Очень сложная судьба у этого дома. Об этом очень много написано, и оно вошло во все энциклопедии.
энциклопедии, во все справочники по авангарду начала 20 века. То, что в Витебске это все происходит сейчас, это вообще большое чудо. Закаханные над городом музыки-мастаки. На новой улице Марка Шагала в этот день не дейничали законы физики. Житё тут крочило, бегало, летало по законах фантазии знакомитого майстра. Виктор Пралич и Кирилл Казберг, новини Витебск. Технічная проверка системы централизованного оповещения пройдет у Витебску 28 червня с 10 до 15 годин. Будут включены электросирены, передаваться поведомления по радио. МНС просит жыхароў соблюдать спокой и громадский парадок. Проверка проводится для своечасового попереджвання насельніцтва о погрозе надзвычайных ситуаций. И на этом выпуск новин завершены. Прогноз на дворе я представляю компанию «Макдональдс». Гуляй и веселися каждый день с «Хэппи Мил». Открой с друзьями из Super Mario новые игры в твоем Happy Meal! У ближайшие сутки по области будет переменная облачность. По усходней полове короткочасовые дожди, навальницы, местами моцные ливни. Ветер полночный, полночно-заходний 4-9 метров за секунду. При навальницах местами шквалистое взмоцнение до 15-20 метров за секунду. Температура по ветра ночью плюс 12-17, днем 20-25 тепла. У Витебску ночью плюс 15-17, днем 21-23 градуса со знаком плюс.